Вот так вот друзья возит СДЭК. Все протекло. Ладно, мы думаем, что банки раскрылись. Видите, какие замятины. Раз. Два. Это с учетом того, что вот столько было все заматано. Пинали ее, швыряли, я не знаю, что. В общем, две банки пустые. Тиковое масло. Да, пенорех. И блеск паркетное, мастро быстрое. Тоже вытекло. Две банки вышло. Все вот здесь. О, еще одна, походу, еще одна крышка. Блин. Еще одна замятая. Ты что, пинали и футбол с ними играли, бля? Что крышки эти пластмассы, которые должны на банках быть, они все валяются отдельно. В какой стадии их начали бить? Мне такое ощущение, что ее везли, наверное, в маленькой коробочке, а потом они перегрузили вот в свою большую. Потому что поняли, что и кабздец пришел. И намотали вот столько целлофана на нее. Изначально должно было бы уехать вот в такой небольшой коробке. И они уже потом, когда это все накосячили, перегрузили в свою фирменную. Да, и замотали вот столько целлофана. Ну что столько целлофана-то замотано? Разматываю, разматываю, а там все бежит, бля, все течет. Короче, вот так вот. О, и эта банка, блядь. И мы что, футбол играли всеми, что ли? Та коробка, главное, целая, бляха-муха. А эту прохерачили всю. Вот она, родная коробка, блядь. Пиздюки, блядь. Вот так вот. Блядь, они все мятые банки. Ни одной целой. Бля, вот еще одна. Все, короче, банки круглые, все мятые. Вот, и это тоже замятые. Короче, вот так как-то. СДЭК.